Приветствую всех любителей фильмов и мультфильмов на физических носителях. Ну и не только на физических носителях, в принципе, всех любителей хорошего кино, хороших мультфильмов. Сегодня у нас небольшой обзор 4К Ultra HD издания «Плохие парни навсегда». Фильм 2020 года, третий фильм из, ну, теперь уже получается на данный момент трилогии про плохих парней. Вот. Ну, в принципе, сейчас все три издания будут в этом обзоре. Начну вот с третьего, самого свежего. Это скандинавское издание. Ну, значит, Bad Boys for Life. Естественно, значит, вот, ну, про него речь. Значит, на этом издании присутствует русская аудиодорожка и русские субтитры на обоих дисках, и на Blu-ray, и на 4К диске. На обоих изданиях присутствует российская дорожка. Вот так выглядит внутри. Ну, 4К диск, да. Простой Blu-ray диск. Вот. Ну, я думаю, многим эта информация будет полезна, потому что теперь в России нет дистрибьютора по Sony. И, соответственно, да, это у нас релиз фирмы Sony. Вот, Sony Columbia. И, соответственно, эти релизы теперь приходится покупать из-за границы, потому что просто некому выпустить в России. И вот, чтобы иметь на физическом носителе подобный диск, ну, приходится покупать его из-за рубежа. Вариантов у нас нет. Ну, или в каких-то онлайн-сервисах, или в каких-то там еще вот покупать... Можно там, да, или смотреть еще, но это уж кому как удобно. Так, ну, также еще, значит, скажу, соответственно, вот про первую и вторую часть. Значит, первая и вторая часть. Вот здесь в моем обзоре тоже скандинавские издания. Ну, под этим значком все тоже легко узнаваемы. Именно так всегда они делают. Вот первая часть, вторая, ну, все с англоязычными каллиграфиями. Вот, ну, тоже здесь два диска, Blu-ray и 4К. В первом, значит, вот в первой части, «Плохих парнях» первых, значит, тоже на обоих дисках русская дорожка есть, субтитры. Вот. А на второй части, на Blu-ray, на простом, нету русской дорожки, только на 4К диске. То есть только на 4К диске есть русская дорожка, на этом диске, к сожалению, нету. Ну, так уж вот распорядилось, как говорится, по странам. Такой набор дорожек получился у компании Sony, что нет на второй части, вот на Blu-ray, именно в Скандинавии. Да, ну, в других странах есть, ну, просто вот в Скандинавии так получилось, что нет этого диска с русским. Так вот они все выглядят. Так, сзади... Вот. Ну, что еще хочу сказать. То есть, ну, естественно, существует и Blu-ray издание этого фильма. В той же Скандинавии можно, например, приобрести и третью часть, да, просто на Blu-ray, у кого нет 4К. И, значит, еще хотел сказать про те издания, которые раньше выходили. Значит, единственное издание, которое выходило в России, это была первая часть. Вот «Плохие парни», вот так она выглядит. Вот с давних времен у меня этот диск, вот наш российский, ну, естественно, с русским языком. Но это вот самое первое было издание. Вот так диск выглядит. Накатка на русском языке. Вот. И чуть позже уже, спустя несколько лет, было переиздание. То есть первая и вторая часть после этого выходила уже ремастированная. То есть, ну, картинка уже была получше. И вот два таких издания с первой и второй частью. Вторая часть никогда в России не выходила, да? То есть ни вторая, ни третья часть, они в России никогда не выходили. То есть в России выходила только первая часть. Вот. И поэтому пришлось покупать вторую часть за границей. Ну и так как первая была ремастированная, ну, купил, да, комплект из двух дисков. Эти диски, если память не изменяет, это, по-моему, греческие, да-да. Вот, это из Греции такие два диска покупались. Ну и в других странах тоже, в принципе, есть эти диски, если надо. То есть можно их за границей купить с российской дорожкой. Вот эти диски, да, соответственно, эти издания с русским. Но вот уже позже, да, то есть все-таки перешел на формат 4К. И, в общем-то, теперь, можно сказать, эти диски уже мне, ну, не так сильно нужны стали. Потому что все-таки есть 4К плеер. И теперь, конечно, уже
вот теперь уже вот трилогия в таком виде, уже теперь более для меня теперь предпочтительно. Ну, все три части с русским языком вот на скандинавских дисках. Ну, это, наверное, оптимальный вариант для тех, у кого есть 4К Ultra HD Player. Вот. У кого нет, тогда, но все равно есть вариант собрать все диски с русским языком. Ну, естественно, из-за границы только. Вот такой вот краткий обзор. Вот. Ну, буду и дальше постепенно выкладывать обзоры и по 4К дискам с русским языком. Ну, в основном буду стараться именно про зарубежные издания, ну, чтобы побольше информации полезной. Вот. И Blu-ray издания тоже и зарубежные, где выходили, ну, с российскими тоже, да. Если выходили российские диски, ну, буду стараться и про российские тоже максимально рассказывать, чтобы было интересно. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Смотрите другие обзоры. Если вам интересна вся эта тематика, да, все это интересно, подписывайтесь. Мне будет приятно, да, чтобы не, ну, был какой-то такой стимул, да, этим всем заниматься. Ну, будет мне приятно, если вы подпишетесь. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Наверное, всем пока.